В Малаховке расчистят русло реки Македонки. Рабочие и техника уже приступили к работе. Подробнее в нашем сюжете. С прибрежной части убирают топляк и мусор. В первую очередь это необходимо для спокойного прохождения воды в период паводка. Это давно уже необходимо. Наше озеро не чистилось, и речка тоже уже много-много лет. Все уже и ил кругом, и очень грязно. И посмотрите, деревья аварийные. Озеро будет чистое, а вниз по реке получаются завалы деревьев, завалы мусора. Расчистка для того еще нужна, чтобы сейчас при спуске озера не было подтопления ИЖС, которая находится вниз по реке. Компания, которая приступила к работам, имеет положительный опыт на территории Люберец. В прошлом году организация привела в порядок пруды в Жилине и Томилине. Пообщались с жителями. Люди очень заинтересованы, чтобы здесь был чистота и порядок. Наличие техники, персонала, ресурсов у нас достаточно, чтобы произвести данные виды работы. Мы хотим убрать весь топляк и поваленные деревья для спуска воды при очистке Малаховского озера, чтобы нас не подтопило в первую очередь. Работы по расчистке русла Македонки завершат в течение недели. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.